Об искусстве мажореток в Бресте знают не понаслышке. Без улыбчивых девушек, слаженно дефилирующих под четкий ритм тампо-мажора, не проходит ни одно торжественное шествие. Они носят стилизованные гусарские наряды, белые сапожки, благодаря чему создается невероятный антураж. Поэтому неудивительно, что руководитель брестского заслуженного ансамбля мажореток Виктори инициировала проведение турнира, аналога которому город над Бугом еще не видел. Идея уже возникла очень давно. Для того, чтобы ее воплотить, понадобилось время и очень много сил и времени, но, слава Богу, у нас все получилось. Очень хотелось, чтобы такие соревнования такого уровня проходили и у нас в стране, потому что мы всегда ездили за пределы Беларуси выступать. По критериям по-разному, то есть оценивается хореография, постановка номера, сложность, синхронность, натягивание там коленочек, носочек, акробатика, перебросы. Также очень, конечно, дорого стоит падение предмета и батаны, и помпоны любого. Слаженность команды. Если это солист, тогда он должен выступать за себя. В команде выступать намного труднее, потому что нужно выступать за всю команду. Ну и в общем, конечно, в любом случае, детей оценивать всегда трудно. Но вот у судьи такая работа, что нужно выбрать лучших, первых, вторых, третьих, ну и участников, конечно. Но детям всегда настраивают тренеры и судьи так, что если ты пока участник, то у тебя будущее впереди. Турнир собрал в спортивном комплексе «Виктория» более 500 участников, среди них как девушки, так и юноши. И все они демонстрировали свое невероятное мастерство и грацию. Выступление каждого участника захватывало дух и поражало красотой и пластичностью. Для того, чтобы демонстрировать такой уровень, мажоретки занимаются не один год. Участники отмечают, что в выступлении на этой площадке им помогает уютная атмосфера, которую удалось создать организаторами турнира. Мне прям очень нравится. Команды все прям до души натрагиваются, особенно помпоны. Пока что страшно, техника сейчас. А так прям очень трогательно. Прям хочется плакать от некоторых номеров. Я просто хочу себе дополнить в коллекцию медали. Хочу набрать их, чтобы они были 100 их. И поэтому я сюда езжу, и мне это очень нравится. Я люблю судей своих и тренеров. Где-то примерно 64. Организаторы обещают, в следующем году в Бресте обязательно пройдет еще один турнир, который подарит брестчанам еще больше сюрпризов и впечатлений. Василий Набуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.